Здравствуйте, мои любимые, здравствуйте, мои хорошие. Скажите, опять Глашка? Да, ребята, опять Глашка. Но я же вчера не закончила. Гладить. И вот мне остались мои вещи и моего мужа вещи, и надо погладить. Знаете, солнечный свет — это очень хорошо, здорово, да, вот. Хоть там, ну, говорится, ничего не платишь, да, вот деньгами там. Хотя это неправда, потому что когда у тебя туман там, это моего Адамчика трусы я принесла, тот раз он приходил, купался, здесь оставил, надо будет отдать. Так, сейчас подложу, уберу и отдам. Все равно генератор ставишь, и генератор, вы сами знаете, это на бензине. А бензин здесь очень дорогой. Хотя где он дешевый? Я знаю, где, в Америке. Одного понять не могу. У нас в России есть все, почему у нас он такой дорогой. А в Америке что есть? Нету бензина, ничего, а у них там копейки он стоит. Копейки, ребята. Поэтому там такие машины, большой цилиндрады и все. Не могу, конечно, понять, мои колокольни, может, мне это не понять. Но я считаю, что это так несправедливо. Вот, так несправедливо. Сколько людей есть, столько, наверное, мнений. Но мое мнение вот такое. Так, сейчас я вот трусики поглажу. И уберу это все. Знаете, когда вот эта глажка вот здесь стоит и все, она мне прям... капает на душу, ребята, капает на душу. Такое ощущение, что она мне говорит: свинья, свинья, свинья. Никак не доделаешь. Но я все тоже не успеваю, все сразу не успеваю, конечно. Вот так потихоньку я стараюсь. Или это моего мужа трусы. Надо мужа спросить. Вот так поглажу, ребята, тоже так прямо я в этот, здесь это самое, знаете, чик-чик-чик и все. Надо моему мужу новые трусы купить, и такие старые уже. Наверное, это вот эти, которые я последние покупала. Я домой, и мужу одну расцветка. Да, 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 это моему мужу трусы, точно. Сейчас я вспомнила, последний раз покупала им. Это его пижама моего мужа. Ой, минутку. Минутку. Я видео делаю, потом позвоню. Окей? Окей, сейчас тебя... Это моя муслимат. Что ты хочешь, Кайтана? Испачкалась. Испачкалась. А, ты на улицу выходила, я слышала, как Томасик кричал. А, хорошо. Испачкала, снимай. А, ты не хочешь выходить на видосики? Не хочу быть показаться на видосике. Это моего мужа пижамы. А, ребята, вот как интересно, вот мир какой тесен, да, вот вроде бы мир такой большой. Сегодня с одной моей подписчицей разговариваем, просто разговаривала, потому что мне кое-что нужно было уточнить у нее. Она из Дагестана. И что-то мы там начали говорить, и в конце концов мы поняли, что у нее есть родственники, которые мои родственники. Мы поняли, да? Вот так. Вот таким мир тесен. Мир тесен. Вот так. Вот так я ему пижаму чуть-чуть тоже вот так проглажу. Одевай, что хочешь. Так, это сюда. Трусы ему уже погладила. Вот так. Это что? А, это мои шортики.
Знаете, вот по такие платья, вот когда иду на работу, что? Вот по такие платья одеваю. Потому что нагинаю же там. И чтобы мало ли что, чтобы ничего видно не было, я снизу вот такие шортики надеваю. А то вдруг увидят мои прелести и сглазит. И сглазит. А что такие? Нет, ты просто выросла. Стала, говорит, маленькая. Я говорю, нет, не стала маленькая, просто ты выросла. Так. Это чайная, это. Да, вот там пока стоит, потом я поставлю постирать. Это чайная салфетка. Это мои брюки. Сегодня, думаю, может быть, сейчас мой муж спит, отдыхает. Он когда отдыхает, я вот такими вещами занимаюсь. Ну, вот то, что не шумит, да? Я имею в виду там, вот, мне нужно еще пропылесосить. Сегодня, наверное, я ужинать пойду со своей семьей. Там в одном месте красивом есть. Вам тоже сниму, ребята. Вам тоже сниму. Мои брючки, они такие, знаете, легкие, ну, я их люблю, я их разодел, очень люблю, люблю разодела. Да шмоток у меня сколько хочешь есть, ребята, просто на все нужно настроение. И куда здесь я? Знаете, один раз я еду в Махачкалу, и там у меня были такие шорты, которые вот так, как я вам говорю, вот снизу платье одевала. И это самое. И я их привезла в Махачкалу, не знаю, давно я их не надевала, я их просто привезла в Махачкалу. И это самое. Что-то разговариваю, и что-то думаю, так, я их простила, ну, они же столько времени в коробке лежали, я их не одевала. Карман засовываю руку, а там 20 евро. Ой, ребята, как я обрадовалась. Такое было ощущение, что я нашла, и даже мои деньги. Я просто представляю, сколько времени они там лежали. Я подумала, о, сколько было у меня времени, когда мне нужны были эти 20 евро. Не находились, а вот сейчас нашлись. Куда-то я там шоколадки что ли купила, что-то я купила на эти деньги. Я говорю, вот нашлись. Так что, считай, что как будто нашла. Это такие, знаете, балахоновые брючки. Они очень хорошо смотрятся с белой рубашкой там, или еще что-то там, или с футболкой даже. Они так быстро мнутся, но так же и гладятся быстро, так же и мнутся быстро. Так что вот так, ну, наверное, сегодня я на ужин платье одену, не знаю, посмотрю. Хотя, какая разница? Какая разница, что одеть? Зато когда в Дагестан приезжаю, ребята, там же все такие, ого-го. И там, конечно, надо соответственно. Вот не знаю почему. Вот вольно-невольно уже каждый день красишься там, обратно каблук одеваешь. Вот даже невольно, понимаете? Даже вот хоть ты это самое. Мой родственник в Германию часто раньше ездил, когда я еще за границей не была, и он сказал моей тете, ну они вместе ездят. Ты, говорит, заметила, что говорит, там, говорит, ну здесь он имел в виду в Европе, да? Девчонки так не красятся, как в Дагестане. А здесь, говорит, такие молодые, красивые, и столько, говорит, на них, говорит, краски. Ой, я извиняюсь, ребят. И я подумала,
что за чушь? Блин, девчонки, это правда. Это правда. У нас такие красивые девчонки, молодые такие. Ох, как они сильно накрашены тональный крем и это все. А здесь летом. Даже краситься не хочется. Почему? Потому что опять поры отдыхают. Лицо отдыхает. Потом потеешь, здесь слишком жарко. Хотя у нас в Дагестане, я тоже не сказала, что прохладно. Я давно летом в Дагестане была. Я один раз поехала летом в Дагестане. Ох, ребята, зажарилась. Зажарилась. Это мои гайтаночки, пижамки. Они уже не короткие, вот в году один. Потом можно будет из них шорты сделать или посмотрим. Это тоже мои гайтаночки. Вот так, ребята. Насчет стримов сейчас вам скажу. Так, это я. Насчет стримов я сейчас скажу. Многие люди мне в Инстаграме написали. Ну, возмущение, да? Мол, неправильно надо было с нами это самое обсудить эту тему. Ребята, как хотите, так и понимаете. Я вам правду сказала. На моем мужем канале нехватка времени есть. Мне надо время сделать ему, чтобы у человека настроение было видео делать и все. Да? А чего плохого в этом? Правду говорю. Во-первых. Во-вторых, вы же знаете прекрасно, что у меня хорошие хейтеры. Прям хорошие, любят меня. Не пропускают. И они ждут, не дождутся, чтобы я какую-то ошибку сделала, чтобы на меня жалобу поставить, потому что любят жаловаться мои хейтерши. И вот, почему я буду рисковать своим каналом, и это все, я же не пропадаю, ребята. Вот я не могу понять, ребята, какая вам разница, где я буду делать стрим. Я же буду на русском говорить, так же буду вести эти стримы, как и здесь я вела. Какая разница? Вот какая разница? А если вы меня на самом деле уважаете и знаете, что это для меня хорошо, почему вы должны злиться? Вы мне в Инстаграме пишите, я вас так люблю, я вас так уважаю, вы моя такая. А почему вы комментарии такие не пишете? А почему вы не пишете комментарии, чтобы другие тоже видели, чтобы мне было приятно? Почему вы только мне в личку пишете? Вот это вот тоже понять не могу. Объясните мне, пожалуйста. Почему вы мне в Инстаграме пишете по 30, по 40 сообщений? По минуте, это 40 минут мне надо слушать. Я не жалуюсь, ребята, я просто вслух мои мысли говорю. А почему, зная, что толку нету от того, что в Инстаграме ты мне написала, толку нету, только вот это самое, да? А почему ты мне на моем канале не пишешь? 3-4 комментария даже. Вот этого понять тоже не могу, ребята. Удивляюсь я просто людям, да? Удивляюсь людям, да, вот. Вот знают же прекрасно, что это для моего канала и хорошо, и все. Хотя я не знаю, ребята, комментарии что-то делать, не делать, но все равно вообще в общем говорю. Почему? Я знаю почему, ребята, потому что я отвечаю каждому, я стараюсь. Вот это поэтому, ребята, доброту за слабость принимают, понимаете? Потому что я знаю другие, не такие блогеры, там, у которых 3000-4000 подписчиков. Нет, ребята, они, конечно, развивают и все. Я же не развиваюсь в Инстаграм. Я не развиваю, потому что у меня времени нет, ребята. И мне еще этого не хватало, чтобы еще Инстаграм развивать. У меня нет времени, я хотела, я пыталась, но у меня не получается. Я не могу развиваться. У меня семья есть, мне надо здесь и тоже. Эта ночнушка так просто положу сверху, ребята. И вот откровенно говорю. У меня просто, я физически не успеваю. Я физически не успеваю, понимаете? А другие блогеры, которые чуть-чуть такие, более-менее популярные, хотя я себя за популярность тоже не считаю,
Они вообще, им плевать, что вы пишете, они вам не ответят в Инстаграме. Они вам просто не ответят. Понимаете? А я каждому стараюсь ответить, и все равно я вам благодарна. Я не могу сказать, что нет, да? Но я просто, у меня вопрос. Почему в Инстаграме вы мне пишете столько, а потом говорите, я тебе на Ютубе не пишу, я тебе здесь хочу писать. Я не могу понять этого. Ну ладно, короче, каждого человека ты уже не поймешь, у каждого свои тараканы. Никого не можешь заставить сегодняшний день, своего ребенка заставить не можешь. Так что заставить никого не собираюсь, делайте, что хотите. Вот так. Если я вам сейчас Инстаграм открою, вы обалдеете, сколько у меня там сообщений. Сколько у меня там сообщений. Я каждый день полтора часа просто на Инстаграм убиваю. Просто убиваю его, ребята. И главное, знаете что? Пожалуйста, не в обиду. Не в обиду. Каждый день я делаю ролик. Каждый день 8 часов. У меня в течение уже практически 2 года у меня выходят ролики. Каждый божий день. И зайти в Инстаграм и прочитать, как твои дела, привет, дорогая. Мне смешно становится. Ну как я могу ответить, как мои дела, если сегодня только я делала ролик и говорила, как мои дела. Вы поймите меня правильно, ребята. Вы поймите меня правильно. Я никого обидеть не хочу. Никого. Никого. Ну это же так. Это значит, ты меня не смотришь, ты меня не смотрела, ты просто решила зайти в Инстаграм и написать, а, я же вспомнила эту блогершу, а ну давай-ка сегодня спрошу, как ее дела. Я оставляю в шоке. И дальше мне хочется ей сказать, слушай, посмотри мой ролик, увидишь, как дела. Но я же так не могу ответить. Почему? Потому что думаю, ладно, человека обижу, туда-сюда, не хочу обижать человека. И говорю, все нормально, твои как. И, конечно, она мне потом референдум начинает писать. Вот это, вот то. Я понимаю, ты мне, если у тебя что-то есть срочное мне сказать, что-то личное, которое ты не можешь там написать, я это все могу понять. Конечно, это правильно. Ты поддержку от меня хочешь там, или еще что-то, хочешь просто со мной поговорить. Я так понимаю. Личное что-то. Но просто так, я вас очень прошу, не надо меня просто так беспокоить. Пожалуйста, поймите меня правильно, я одна, вас много. И я этим не хочу вас обидеть, понимаете? Не хочу. Не хочу вам сказать, да вы мне безразличны. Это неправда. И каждый сейчас услышит то, что он хочет. Но я уже, ребята, физически я не успеваю, ребята. Я своего мужа не снимаю. Вы заметили, да, уже сколько дней я не могу ему ролик снять. Потому что он меня просит, ну сними меня, сними меня. У меня времени нет его даже снять. Я ему говорю, сам научись. Сам уже научись. Ты же не маленький, он такой, вот, у тебя для всех время есть, для меня нет, обижается. Сегодня к моей свекровь ходила. Какая она молодец, ребята. Какая она молодец. На нее смотрю и тащусь. Помаду пошла сегодня новую, купила себе она. Не сегодня, а вчера что ли купила, скорее позавчера что сказала. Она говорит, ты не знаешь, Саре новая коллекция вытащилась. Ай, мне так смешно стало, ребят. Ай, бедная моя мама. Бедная женщина у нас в Дагестане, которая, ну, в России, не буду говорить постоянно Дагестан, Дагестан. Ай. Которые толком жизни не увидели, толком и не поняли. Вот так. И мой свекор, ой, если ты хочешь, понедельник спустимся, красавчик. Понедельник спустимся, посмотрим, что там, ты же давно не была. Давай пойдем, может, ты что-то хочешь. Красавчик. Красавчик, ребят, красавчик. Уважаю его за это. Вот только за то, что он так к моей свекрови относится, уважаю я его за это. Уважаю. А так как моя свекровь всегда это имела возле себя,
она это не ценит. А у нас как, ребята? У нас наоборот, вот, я свою жену не слушаю, считается за гордость. Я делаю так, как я хочу. Разве тебе твоя жена ближе, тебе кто-то будет, чем твоя жена? Никогда. Никогда не будет. Ни у кого так душа болеть не будет, как у твоей жены за тебя. Ну, конечно, у родителей этого вообще спору нет, я за это вообще ничего не говорю. Но когда у тебя уже семейная жизнь, ты уже семейный, у тебя уже должно быть по-другому. У тебя должно по-другому, ты не должен уже своим родителям свои сказки рассказывать, там, проблемы рассказывать. Это ты с мужем должна решать, и он с тобой. Так, ребята, ой, как хорошо, ребята, что я могу хоть с вами поболтать и вот так погладить чуть-чуть, да? Это вообще кайфуша, короче. Короче, кайфуша. Что у меня тут? Теперь, давайте теперь чуть-чуть мужа вещи поглажу. Потому что на одних трусах не выйдешь. Это его рабочие футболки все. Вы меня спрашиваете, почему у тебя муж иногда бывает в перевернутых этих футболках. Ребята, потому что он так хочет. Потому что вот ему там то это чешется, то чешется. Понимаете, то этикетка чешется, то там не так, то здесь не так. Берет, переворачивает футболку, все, это же дома никто не видит. Хотя вы видите, ладно, не буду скрывать, вы видите. Моя свекровь сегодня меня спрашивает за мою заловку. Она уже подозревает что-то. Ты, говорит, случайно не знаешь? Она уже знает, что она развелась. Моя свекровь очень переживает за это. Уже донесли до нее. Она сама говорила, не говори, не говори, не говори. А потом сама, блин, сказала. Тоже такая странная. Странная. Ты, говорит, не знаешь, говорит, может быть, у нее кто-то что-то есть. Я говорю, нет, говорю, не знаю, говорю, если честно говорю. Но если так просудить, говорю, конечно, одна не останется. Наверное, кого-то найдет, она же еще молодая. И моя свекровь говорит, я не знаю, что ей не хватало, вроде бы неплохой он был. Ну да, 1-2 пива выпьет, и что? Уже и моя свекровь так. Разложу это сюда, эти футболки. Вот так уже и моя свекровь стала переживать. Я говорю, мама, ты не переживай, но я ее мама называю. Мама, ты, говорю, не переживай, они сами, говорю, разберутся. Ой, это какая-то... Сколько у этой девочки вещей. Каждый день она меняется. Каждый Какой каждый день? День несколько раз. И потом все это стирай, потом все это гладь. Быстро я ее гладить научу. Ой, она скоро вырастет, будет мне помогать. Мне-то ладно, лишь бы себе. Даже не верится, что я буду приходить с работы, и у меня кто-то, может быть, что-то приберет. Мне даже не верится. Она мне говорит, я буду делать, тетя. Я говорю, хорошо, посмотрим. Посмотрим. Ой, здесь еще трусы, что ли? Я же вчера столько их погладила, этих трусов. Опять девочки вещи. Это ее платье. Это ее платье. Это ее пижама. Короче, на эту не добираюсь и не до себя не доберусь. Эту футболку она любит. Она мягкая такая. Вот так, ребята.
Так, теперь рукава. Сегодня так странно, ребята, вас не видела, мою бывшую шефку. Как будто она меня там подозревает, что ли, в чем-то, что я у нее что-то украла. Что-то вот такое. Не знаю, к чему это интересно. И вроде бы маму видела, и сестру видела. Вот не помню как, но видела. И маме так что-то я жалуюсь. Что-то вот так. Потом какие-то друзья к нам туда в Махачкалу приходили в гости. Там мою сестру искали, там хотели с ней там что-то поздравить ее хотели. Я говорю, мастер, смотри, как тебя любят. Что-то вроде бы такого, ребята. Вот не помню. Вот хоть убей, не помню. Но с другой стороны, хорошо, когда не помнишь. А то потом я начинаю переживать, крутить, вертеть. Крутить, вертеть. В эту среду у нас какой-то там праздник. И нерабочий день. В эту среду иду убирать на квартире. Вчера мой племянник мне пишет, вы на квартире? Я так удивилась, ну что это у меня вдруг спрашивает, я на квартире или нет. Я ему пишу, нет. А потом я поняла, он, видать, хотел прийти, он ключ засунул и ключ не открыл. Поняли, да? Я ему говорю, нет. И он утром пишет мне. Я, говорит, хотел открыть дверь, и там кто-то был внутри. Там никого не было, просто он открыть не мог. Он подумал, наверное, что ключ поставлен. Ну, он там вовнутрь. И нет, ребята. Вот так. Это ее пижамки, которые она любит. Ой, они такие ей короткие стали, я когда попала, они такие ей длинные были. Растет моя девочка, растет. Растет не по годам, а по часам, ребята. А по часам. Скоро будет уже большая. Хоть она очень не хочет быть большая, но скоро будет большая. Ой, как я люблю, когда пижама поглаживаешь, вытаскиваешь, а они поглаженные, такие красивые. Так, это платье, это ее пижама еще одна. Я даже за это уже забыла. За это даже уже забыла. Надо уже воду налить. Надо уже закупляться тоже. Закруглюсь, ребята, сейчас. Не буду вас больше вас времени отбирать. Гладить с вами, общаться. Как-то у меня и время хорошо проходит, и я как-то себя чувствую, как будто я с кем-то. И вообще я люблю, когда кто-то есть дома, что-то делать с кем-то. Там, знаете, вот мне это так нравится. Я раньше всегда говорила, мастер, посиди да со мной, то сделаю, это сделаю. И вот так. Мы с ней вместе. Хотя ее было очень трудно заставить что-то сделать, я имею в виду дома у мамы. Она все время отбрыкивалась. Она все время говорила, мне мама не сказала. Какая продуманная. Мне мама не сказала. А я все время боялась, вот сейчас мама придет, начнет свои лекции читать, сейчас мама придет, сейчас мама поругает, сейчас мама обидится. Вот так, ребята. Я и так не хотела всегда огорчать.
Надо воду налить, уже воды практически нет. Так быстро утюг будет уже. Вот никак не куплю утюг. Мне моя подписчица одна отправила все, какой утюг и все мне надо. Потому что этот утюг мне не нравится. Но как-то руки никак не доходят до него. Это надо пойти туда. Ой, эти трусики такие чуть-чуть такие страшноватые. Выкинуть что ли? Ну ладно, в этот раз оставлю. В следующий раз уже выкину. Это Аладдин, я ей покупала. На черепе. Очевидно покупала, ребята. Да у нее и ног сколько хочешь есть, ребят. У меня девочка трусиками богата. Я, знаете, как складываю? Сейчас я вам покажу. Вот так, ребята. Коробочку. Вот так глажу. И она уже тянет их по одной, по две. Вот так, видите? Ну, думаю, что видно. Вот так же и пижамы. Я их глажу, вот так оставляю туда. Здесь у нее только нижнее белье вот в этих полках. Майки там, знаете, пижамы, носочки. Вот так. Удобнее нету. Удобнее нету. Так. Это платье потом покажу. Начну уже, наверное, с Эстевана. И это платье какое-то осталось. Это последнюю очередь покажу. Сперва положу. И Стефана. Вот то он завтра на работу. Завтра на работу. И хоть одна-две футболки, чтобы было. Поглаженных, чистых. Потому что человек уже уборкой занимается. А когда человек уборкой занимается, на него смотрят, как он идет, как он, что он. Чистый, нечистый. Вот так, понимаете? И хорошо, что у него рабочая одежда. Ребята, это так удобно. Ты раз взяла, надела рабочую одежду и пошла. Но знаете, что провыкать? Вот так привыкаешь к этой рабочей, потому что она же удобная. И ты уже потом меняться не хочешь. Так, мой муж постоянно вот в этих синих футболках. Мне такое ощущение, что он... Потом они через год меняют. Иногда бывает красная, иногда бывает зеленая, да, футболка. Ну, ребята, пока бывает там. В прошлом году, мне кажется, у него зеленая была. В прошлом году, кажется, зеленая была. Первые 2-3 дня казалось, ой, там ничего еще. Ну, а потом, ребята, уже обратно. Все зеленая, разница какая. Становится все зеленое. Ой, у него красное было, как меня это бесило, как мне не нравилось. Такой еще красный цвет, он еще выгорал. Он еще выгорал, ребята. И такие страшные они становились, эти футболки, страшнющие. Даже сегодня вечером иду ужинать, наверное. Наверное, точно не знаю. Точно не знаю. Ну, я вам покажу, конечно, видео сделаю, покажу, куда пошла. Мне посоветовали туда пойти. Я там рядом ужинала, а вот именно вот в этом ресторане нет. Вот именно в этом ресторане нет.
проход вам сказать. Когда я только открывала свой блог, да, вот когда я только открывала свой блог, мне чуть ли каждый второй не говорил, тебе делать больше нечего, зачем тебе это надо. А сейчас мне говорят, ну, может и нам открыть? О, у тебя неплохо пошло. И может и мы сделаем? Я говорю, делайте. Мне говорят насчет этих вещей, да, вот как ты можешь сверху гладить. Потому что это же надпись не такая, которая клеится на утюг и все. Почему ты, говорит, сверху вещи гладишь? Вообще вещи надо всегда сверху гладить, не изнутри. Ну, я так привыкла. Ребята, не забывайте, что я профессиональная гладильщица. Просто я здесь вот так тяп-ляп и вот так. А так, вообще, это он полезал. Я не знаю, это разве он не маленькая, как он это одевает? Это, наверное, даже и не нужно. Я знаю, что он любит. Ой, эта футболка, ребята, в каком состоянии была. Я не знаю, где он с ней лазил. Страшнющая. Грязная. Я хотела ее выкинуть. Посмотрите, отстиралась все-таки. Завтра я вам скажу, что там в конце концов будет. Насчет моего матраса. Но думаю, что мне поменяют. Оказывается, там на бумаге написано, ребята, 1,90. Написано, ребята. Я не знаю, как мой муж не посмотрел, потому что он же ходил, заказывал и все. Как он не посмотрел, как он не углядел. И он мне еще говорит, а почему я должен смотреть? Я говорю, ну как? Они же тебе дали бумагу, что ты расплатился, они тебе дали чек, что ты ему оплатил все. Что ты ему все оплатил. Как ты не посмотрел в этот момент, сколько там? Он посмотрел цену и все. Он размер не посмотрел. И может быть сейчас понедельник что-то... если мне скажут, не знаю, ребята. Сама буду виновата. Я же говорю, лучше сделать самой. Если ты хочешь хорошо, надо сделать самой. Вот честное слово, я насчет таких вещей не могу на него надеяться. Всегда что-то сделает. А потом еще, если его просить, позвони, спроси. Ребята, он 150 причин найдет. 150 причин найдет. Ой, это некорректно, это не так, это не сяк. Кто живет с европейцем, только меня поймет. Они такие щепетильные, ребята. Ой, это разве правильно? Это разве так? Это начинает крутить-вертеть, ребята. Но не хотят решить эту проблему. И как всегда, мне придется пойти туда, ребята. Если, конечно, надеюсь, что не придется, ребята. Поглажу про футболок и все, ребята. И оставлю. Леди и джентльмены. Таня Мусульман звонила, сейчас позвоню к ней. Посмотрю, что она хотела. Я сегодня вентилятор поставила, чтобы вот, ну, кондиционер там, шум такой, чтобы не было, ребята. Потому что я понимаю вас. Хочется смотреть ролик без шума, без ничего. Эту футболку мой муж любит, эту футболку, которую мне отправила одна. Ой, посмотрите, как мне черный цвет идет. Одна подписчица отправила, красотка. Не мне отправила, а моему мужу отправила. И Адамчику отправила, и Адамчику отправила. И Адамчик ее носит.
тоже понравился мне очень. Не знаю, я эти фильмы уже не понимаю, ребята. Значит, это хорошая. Раз она модел, вы что? Значит, она хорошая. Вот, а сегодня, может быть, сделаю стрим на Айстрима на канале, посмотрим, как пойдет. Пойдет ли? Ну, не пойдет, не пойдет, ребята, ничего страшного. Ничего страшного. Буду стараться не изменяться, ребят, остаться такая, какая я есть. Вот так. Ну вот и все, ребята, давайте я вас оставлю. Вам желаю приятного проведения времени, хорошей недели. Всего вам доброго желаю. Короче, от души к вам отношусь, ребята. Если что-то не так сказала, не берите близко к сердцу. Не обессудьте. Ой, здесь вентилятор, такая прелесть, ребята. Целую, пока.